Махачкалинском аэропорту встретили победителей и призеров юниорского первенства мира по грэпплингу, проходившего в Уфе. Дагестанцы внесли весомый вклад в общекомандную победу национальной сборной страны. В состязаниях преуспели ученики тренера Исы Карасанова. На их счету 2 золотые и 2 серебряные медали. Чемпионами турнира стали Магомед Мухтар Гусейнов и Исмаил Мугуддинов. Поступление учеников практически, можно сказать, доволен я. Хороший результат показали. Единственный куб, который дал из Дагестана, 2 золота, 2 серебра. Дальнейшее расти, продвигаться. Еще много стартов будет, которые нужно будет выступить.